В ясную погоду в Ясной Поляне открылся театральный фестиваль «Толстой». А это значит, что в музее-усадьбе собрались артисты, режиссеры и художники, чье творчество связано с темами и идеями, о которых говорил великий писатель. Режиссер и сценограф Александра Лавянникова приготовила семейный квест по роману «Война и мир». Он предназначен в первую очередь для учеников начальной и средней школы. Чтобы сразу понимать, что роман будет классным, и чтобы хотелось начать его читать, когда наступит время по школьной программе. На квесте узнаешь о войне 1812 года, знаковые сражения, поджог Москвы и мирной жизни начала 19 века, уроки французского, вальсовая дорожка, гадание по книгам. Какая страница и строчка? Страница 37, строчка 3 сверху. Так, пробуем. Что именно значит то или иное предсказание, объясняют помощники или додумываешь сам. На этом фестивале гости – активные участники действия. Мы усилили так называемый променад спектакля, да, то есть то, что как бы театр, с которым можно ходить, бродить, слушать что-то в наушниках. В наушниках аудиоспектакль Евгения Маленчева. Гости бродят по окрестностям и слушают отрывки из дневников Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Это история о поисках понимания, о надеждах, мечтах и жертвах. Словом, о любви. Тему продолжает постановка Семена Александровского. Перед началом действия зрители делятся на две группы. Кто-то идет за Левиным в один конец поля, кто-то за Кити в другой. Поговорить об идеальных отношениях и встретиться посередине. Меня взволновал этот казус, что Толстой всю свою жизнь предлагал и выстраивал, и обдумывал такую идеальную жизнь, где точно отведена роль мужчины, точно отведена роль женщины, все гармонизировано, все продумано. А потом оказалось, что не работает. Вот это очень интересный момент. Иду к тебе через огромное поле. Иду к тебе через огромное поле. Потому что ты мое спасение. Фестиваль «Толстой», в отличие от писателя Толстого, не предлагает зрителю готовых рецептов счастья, но позволяет среди лугов, лесов, полей и стрекочущих кузнечиков почувствовать себя на пути к нему. Надежда Базюкевич, Артем Куховский, Андрей Аникеев, Евразия культурно. Эта гонка не для всех. Без остановок, без промедлений, без преград, без границ. Со скоростью прямого эфира. Репортеры межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Первые. Всегда и везде.